Не могу не спросить вас, значит, не задать вам политический вопрос. Отношение к, вообще вот, к ситуации на Украине и к присоединению Крыма. Потому что в России, конечно, очень бурно встретили это событие. Вот мне хотелось бы услышать от вас этот комментарий, как вот от настоящего патриота. Знаете, ну то, что происходит сейчас на Украине, это страшно. Это похоже на массовое какое-то помешательство. Когда не просто на Украине, а вообще во всем мире, наверное, у людей память короткая. Не так давно по историческим меркам была мировая война. И после нее Рузвельт и Черчилль благодарили от всего мира, благодарили советский народ и поражались подвигу советского народа. Благодарили, что мы пожизненно обязаны советскому народу за то, что остановил фашизм. Но сейчас фашизм поддерживается. Поддерживается, получается, Америкой, Европой. Это похоже просто на какое-то массовое помешательство. Я не знаю. А что думаете по поводу Крыма, присоединения Крыма и будущего Крыма? Я очень рад, что народ сделал правильный выбор. Радует то, что мы один народ, и мы должны им оставаться этим народом. А то, что происходит, убивать русских только потому, что они русские, ну это, извините меня, я говорю, это фашизм какой-то. Угу. Сами не планируете в Крым как-то? Планируем. Поддержать крымчан? Планируем, планируем провести мастер-класс хороший, вернее, семинары судейские для тренеров, для ведущих спортсменов. Планируем летом поехать и поработать с единоборцами Крыма.